spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлены вейдерсы Air, которые выпускаются компанией Novatur под торговой маркой Fisherman. Данная экипировка предназначена для забродной ловли, а поэтому выполнена из так называемой дышащей ткани и весит менее 1 кг. Кстати, эта модель без сапог, и к ней необходимы отдельные специальные ботинки. Давайте поближе ее рассмотрим. Для изготовления Fisherman Air используется современная трехслойная мембранная ткань. Благодаря ей вода не попадает вовнутрь, но в то же время испарение тела при активном движении выводится наружу. Мембрана имеет следующие характеристики. Влагостойкость 15 000 мм, паропроницаемость составляет 3000 мл на квадратный метр. С целью обеспечить максимальную герметичность изделия, все швы изнутри дополнительно проклеены. В верхней части находятся эластичные лямки шириной почти 4 см. Они регулируются по длине и спереди застегиваются на крупные фастексы. Кстати, ниже каждого замка располагается D-образное крепление, за которое можно подвесить рыбацкий инструмент на карабине или ретривере. Еще есть возможность снять подтяжки, так как фиксация со стороны спины осуществляется с помощью ленты Velcro. Для регулировки объема в районе груди предусмотрена эластичная утяжка с пластиковым кнопочным фиксатором. На пояснице пришиты две широкие шлевки, в которые вдевается входящий в комплект поясной ремень. Он также способен растягиваться, регулируется по длине и оснащен замком-фастексом. Чтобы сложить небольшую коробку с приманками, флайбокс или компактный аксессуар, с внутренней стороны находится отдельный кармашек с простым замком. Кроме того, есть двойное отделение снаружи. Первый карман закрывается водозащитной молнией. Здесь можно хранить те вещи, которые необходимо уберечь от намокания. За ним расположен достаточно вместительный отдел, закрытый клапаном с липучками. Для стока воды предусмотрены пластиковые люверсы. В области коленей содержатся вставки из особо прочного материала. Обратите внимание, что в этом месте брючина имеет анатомический крой, благодаря которому в таком забродном костюме будет комфортно не только активно передвигаться, но и приседать на корточки. Нижняя часть вейдерсов Air состоит из неопреновых носков. Еще раз напоминаем, что для этой модели необходимо отдельно приобретать забродные ботинки, которые фиксируются специальными металлическими крючками и прикрываются эластичными манжетами. В прилагаемый ремкомплект входят полоски двух видов используемого материала, небольшой тюбик с клеем, инструкция на английском языке. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.